станице Азовской на Казачьей Поляне прошли соревнования по стрельбе среди учащихся образовательных учреждений Северского района. Состязались в меткости ребята с применением современных технологий. Здесь развернули электронный интерактивный тир. Соревнования прошли в рамках гранта губернатора Кубани «Стрелковый тир «Восход», основная идея которого – развить в районе стрелковый спорт. В общей сложности в них приняло участие 60 человек. Победителей наградили кубками.